Юные инспекторы ДПС заложили капсулу времени для своих последователей. Сделали это у здания управления Карельской госавтоинспекции на Ленинградской улице. Здесь же разместили памятную табличку, которая засвидетельствовала торжественное событие. Его приурочили к 85-летнему юбилею, который служба отметит 3 июля. Сегодня мы устанавливаем памятную доску, которой сообщаем, что сегодня юные инспекторы дорожного движения Карелии оставляют потомкам свое послание. И мы надеемся, что в честь столетия госавтоинспекции Карелии юные инспекторы дорожного движения, которые также, надеюсь, будут существовать, откроют это послание и прочитают добрые слова, пожелания здоровья, удачи. Столетие госавтоинспекция будет праздновать в 2036 году. Этого момента капсула будет ждать в музее ГИБДД. В честь праздника управление организовало и однодневную выставку ретро-машин на площади Кирова. Небольшая экспозиция наглядно показывает, каким транспортом пользовались сотрудники службы в течение 20 века.